Кубанские медики готовятся к прививочной кампании. В регион поступила первая партия вакцин от гриппа. Ее уже развозят по городам и районам. В Краснодаре вакцинация стартует со следующей недели. Работодатели призывают заключать договоры. Мобильные бригады врачей готовы прививать сотрудников на предприятиях. По эпидемическим показаниям делают прививку работникам торговли, общепита, животноводческих хозяйств и тем, кто живет от них в 3-километровой зоне. В этом сезоне в рамках национального календаря планируется привить не менее 40% населения, чтобы создать в регионе так называемую иммунную прослойку.